Всем привет! С вами снова Елена Нифтова и этого канала Радуга ТВ. Сегодня я снимаю видео покупки канцелярии из магазина Пальмар, Читай Город и просто покупки для школы. Точнее, их будет немножко. И если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной. Давайте же мы начнем с Пальмара. В Пальмаре я купила два таких текстовыделителя. Фиолетовый и зеленый. Что еще про них сказать? Они от фирмы Эрик Раус из серии Висиолине. Да, я знаю, я отвратительно прочитала их название. И вот так вот они пишут. Они очень классно пишут. У меня еще не было таких классных цветов. И за 48 рублей это просто очень классно. И еще на упаковке этих фломастеров, маркеров, текстовыделителей было написано, что два текстовыделителя по цене одного. И вот вчера, то есть сегодняшнее видео я снимаю 1 июля, то есть если я буду говорить вчера, то это было 30 июня. Вот, вчера я ездила в Детский мир, видела там точно такие же маркеры, только розовые, желтого цвета, они стоили 174 рубля, это просто капец, вот это вот просто вот очень моя любовь, очень классные, просто... Давайте покажу, какой у них кончик вот такой вот. Ну, самый обычный, как у обычных текстовыделителей или хайлайтеров. И вторая, и последняя покупка из Пальмара. Это были скрепки. Они стоили 51 рубль. Конечно, я знаю, что можно найти дешевле, но просто их двухцветные. А то, что они двухцветные, просто я очень давно хотела. Они 28 миллиметров, 70 штук, и они цветные. Они от фирмы Globus. Их тут 70 рублей. В общем, они такие двухцветные. Есть красно-белые, есть желто-красные, сине-белые, зелено-белые, черно-белые. И, по-моему, все. Вот такие вот классные скрепки. Ну, по-моему, они самые обыкновенные, просто двухцветные. Ну, по-моему, они очень классно смотрятся. Продолжаем наш покупочное видео. И следующее, что я купила, это было из магазина «Читай город». Вот чек, и купила я на 1000 рублей, даже чуть больше, на 1180, то есть 180 нам пришлось заплатить с мамой. Этот сертификат мне подарила 20 апреля на мой день рождения Аня Хтарива. Тут была карточка, но у нас ее забрали. И первое, что я там купила, это «Уничтожь меня». У меня, наверное, может вы знаете, может нет, нет большой версии. И он, этот блокнот стоил 230 рублей. Он выглядит вот так. Если хотите о нем видео, то ставьте пальчик вверх. Тут очень классное задание, например, вот это. И я уже тут заполнила первое задание. И вот это вот задание не закончила. Вот такой вот классный блокнотик. Не знаю, что еще про него можно сказать. И мне понравилось тем, что не у многих такой блокнот есть, он с руку, и очень удобно его носить куда-либо, поэтому это очень классно. Вторая покупка, это дневник для школы. Он такого красивого цвета. В этом году решила не покупать дневник такой же, как в прошлом году, за 390 рублей, ну то есть за такую же цену. Мы присмотрелись с мамой за 400 рублей, но я потом сказала, давай лучше вот этот за 100 рублей. Я его сюда вот фотографию наклею, так как у меня на одном дневнике по танцам была вот такая же вот надпись. И я начала писать, и просто все получилось. Кое-что не очень хорошее, поэтому я сюда просто наклею фотографию, наклею скотч, декоративный скотч, наклейки, всякие штуки. Он от фирмы Феникс, вот такими вот листами, все время от Феникс покупаю. В общем, такой красивый, и потом еще его оформлю, и будет вообще супер. И последняя покупка из «Читай города». Это был вот такой вот рюкзак. Он, давайте вот так покажу, потому что он не вмещается в кадр. Он такой очень красивый. Если вам интересно о достоинствах этого рюкзака, то вот можете прочитать, хотя вам наверняка ничего не видно. Стоил он 850 рублей. Вот, изготовлен 15 января 2016 года. Тут два кармана, вот такой вот. Конечно, тут сшито все. В общем, качество желать наилучшего, или как это там говорится. В общем, качество не очень. Вы видите, как тут все сшито плохо. Но раз у меня был сертификат, то можно было и купить. Он тут типа водоотталкивающийся. Вот
потом вот тут карман, он тоже такой вот отталкивающийся. И какая-то оригинальная марка. В общем, такой очень классный, модный рюкзак. Сзади он такой самый обыкновенный. Вот такой вот очень классный. Мне он нравится очень по дизайну. Тут кожаная такая вот штучка. Вставка, там были разные всякие. Но мне больше всего понравился этот, он безумно классный. И да. И он стоил 850 рублей, это довольно-таки недорого. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И давайте наберем под этим видео 5 пальцев вверх. Тогда будет следующее очень-очень классное видео. И всем пока-пока.